сміятися. Ми прагнемо змін, до чих щас добігає до кінця. Наша віра і розум нас у майбутнє ведуть. Ми прагнемо змін. Находимся в Харькове, у нас сегодня здесь проходит акция. Мы хотим встретиться с прокурором, который обещал нам прокомментировать ситуацию с делом Прудниковых. Дело Прудниковых возникло следующим образом для громады Харькова. Один из Прудниковых, старший Прудников, директор предприятия, которое является производителем протезов. Общеизвестно горожанам, что для того, чтобы получить этот протез, инвалиды платят завышенную стоимость. Кроме того, ходят слухи о том, что директор этого завода также является и взяточником. По именно этому делу у него был проведен обыск, санкции суда, именно у директора протезного завода в его двухэтажном особняке за городом. Во время этого обыска появился второй Прудников, его сын, который является прокурором. Он вел себя очень некорректно с работниками, которые проводили обыск, угрожал им. После этого обыска произошло следующее. Во-первых, на журналистку, которая освещала это дело, было совершено давление. К ней пришли домой некие люди и угрожали ей физической расправой. После чего журналистка боится дальше заниматься этим делом. А второй момент, не менее важный, это то, что Прудниковым-старшим и его супругой на двух милиционеров, которые проводили обыск, подано заявление, по которому, собственно, сейчас и ведется судебное разбирательство, что якобы во время этого обыска из дома директора протезного завода пропало 40 тысяч долларов. И якобы эти милиционеры и подозреваются в том, что они украли эти деньги. Как только человека попытались вывести на чистую воду, тут же люди, которые захотели работать честно, а это милиционеры, которые считаются у нас продажными, подкупными и так далее, они решили работать честно. И тут же на них было оказано давление. В чем суть акции, которая проходила сегодня, которая проходила в субботу и которая будет проходить завтра? Прокурор должен уволить человека, который вел себя на должностной работе не соответствующим образом. Не может работать в нашей системе человек, папа которого берет взятки, и он же защищает своего папу. Совершенно нагло, очевидно, что это давление, очевидно, что это система, которая считает себя властью в этом городе. Прокуратура власть имеющая, ей все позволено, а люди, которые пришли спросить с нее, не считаются за людьми. А фамилия этого заступника — Романов Валерий Петрович. Это человек, который вышел представителем громады и не счел для себя достойным подать людям руку. Поэтому будем приходить. Нам стоят люди. Нас тут скільки, я не знаю, там 6. Ну, короче, милиционеры зараз більше ніж нас тут, розумієте? Якщо б ви дуже сильно хотіли, ми б знайшли, де ви живете, да? І з вами почали спілкуватися якось по-іншому. Якщо ви не будете нормально з людьми... Ви угрожаєте? Я вам не погрожую. Давайте розмовляти конструктивно. Дивіться, я вам показую конструктивно. Дивіться, ми з двох часов, щоб поговорити конструктивно. В суботу ми тільки два часа стоять. Послушайте. От послушайте, перше требование, щоб ви на людей обратили внимание. Вышли к людям. Это самое главное. Все, а дальше узнаете. Есть порядок приема граждан. Понятно, да. Понятно, все понятно. Настоящая поднимите свою жопу, пожалуйста, и выйдите к людям. Людям выйдите. Если бы ничего этого бы не было. Кто возбудил уголовное дело против милиционера? Давайте, кто его ведет? Прокуратура Харьковской области. Под контролем Романова Валерия Петровича. Так а что и он не может ответить на вопросы, он возбудил дело на вопросы. Так вы спрашивали про ортопедическое предприятие. Почему? Сын, отец, сын прокурор. Ну блін, дивіться, батько є директором протезного заводу, син є прокурором Богдиківського району. І саме прокурор, цей прокурор Вітюша, та? Почекай. Віктор Геннадійович, Вітя. Та байдуже як? Байдуже як?
Він дзвонив і казав, що мінти нікого не чіпали, а то мінтов будуть пресувати, журналістку будуть пресувати, журналісти погрожували. Ви кажете, що це все нісенітниця, цього нічого не було. Я не кажу, дивіться, що це нісенітниця. Нема доказів, що інше. Дивіться. Кожен так. Крок буде перевірено в рамках кримінального провадження. А що ви хочете зробити? Дивіться, ми не хочемо, щоб ви чи відсторонили прокурора, бо вони з району. На якісь підставах? На підставах того, що в нього є родині. Корупційні зв'язки, так. Корупційні зв'язки. Напишіть це. Тому що навіть жоден міліціонер, який проходить по цій справі, не пише такої заяви. Дивіться, ми напишемо, але нам потрібно, дивіться, паперці, вони будуть місяцями, ви їх приймете, будуть все розказувати. Нам потрібно живий зв'язок реальний з людьми. Дзвоніть Данильченку, нехай виходить. Він дав мені візитівку при вас. Дивіться мені в очі, ви там були свідком. Він сказав, що я завжди відкритий для громади. Все. Я вам ще раз кажу. Я відкритий для громади. Що ви ще раз кажете? Я ще раз кажу, вас намагався тільки, щоб прийняти вчора. Ну, якщо він не володіє ситуацією, ми задаємо питання. Він навіть не захотів поздороватись людиною. Дивіться, виходить, напишемо. Добре, напишемо. Добре, зараз напишемо. Дайте нам лише, що каже четвертого формату, будемо зараз писати. Я все розумію. Нужно просто понимать, что в Харькове больше нельзя так работать. Нельзя. Иметь власть, оказывать давление на людей, угрожать журналистам. Время этого закончилось. Сейчас мы пишем заявление от громады, которое будет подписываться. Но цель нашей акции не в том, чтобы написать заявление или получить какой-то ответ. Цель нашей акции в том, чтобы каждый милиционер, каждый прокурор понял, или он работает честно и служит народу, или он разворачивается и освобождает свое место для тех людей, которые готовы работать честно.